Работы по очистке территории от насаждений и подсыпки откоса для ледовой арены на проспекте Ленина, 79, начались в конце мая этого года. Сейчас строители находятся на этапе монтажа металлоконструкций и установки сэндвич-панелей. До октября рабочим необходимо закрыть контур здания, чтобы начать внутренние отделочные работы. Ледовую арену строят с опережением графика. У нас есть опыт, мы построили уже две таких ледовых арены подобных. Ну, вообще, большой опыт у нас в строительстве, в качестве это никак не скажется. Перед центральным входом будет фонтан, и справа от него, в сторону Москвы, там будет большая автостоянка. А со стороны проспекта Ленина будет тротуар и вход для посетителей. В спортивном центре будут заниматься хоккеем с шайбой и фигурным катанием. Он будет состоять из двух частей – административно-бытового корпуса и самой ледовой арены с тренажерным и выставочным залами. Владимирский проект – полная копия Ковровца. Он типовой, необходимо было только вписать его в местность. Самой большой сложностью рабочие столкнулись лишь на начальных этапах строительства. Мы здесь делали отсыпку откоса, где часть нашего здания попадала на откос. Мы его отсыпали, протрамбовали, и сейчас уже часть здания, колонн уже там стоит. Благоустройство будет предусмотрено, решетка, текстиль и многолетние травы будут высажены. Так что с откосом будет в порядке все. Финансирование 392 миллиона 132 тысячи рублей. Материалы для будущей ледовой арены везут из Белгорода, Коврова и Санкт-Петербурга. Согласно проекту, спортивно-тренировочный центр будет полностью облицован алюкобондом, алюминиевыми панелями, как на многих зданиях Москва-Сити. Заявленный срок сдачи – 10 сентября 2018 года. Евгения Палагина, Стас Стрегубов, Губерния 33.